сейчас хочу обратиться к людям, которые намерены поступить на обучение сюда, в наше государство FTC, и работать от ашрама FTC Med. Это люди, которые пойдут и станут после обучения, станут агентами ашрама FTC. Это люди, которые идут на обучение онлайн. Не офлайн, а онлайн. Я с вами буду заниматься один месяц. Один месяц мы занимаемся, и вы получите доступ к работе. То есть вы сдадите мне экзамен, после экзаменации я вас выпущу. В течение 6 месяцев вы будете работать с клиентами и одновременно находиться со мной на постоянной связи. Мы будем с вами разбирать разные различные ситуации. Вы будете понимать, как выйти из одной ситуации, из другой, потому что ситуация, допустим, людей из бедных вывести в достаток, это довольно разнообразная ситуация. Ее нужно понимать, как в этой ситуации, как вот в такой, как вот с такими ситуациями, как вот здесь разобраться. И то же самое касается всех агентов, всех отделов агентов, которых у нас 6. Вы будете каждый на своем собственном опыте понимать, что такое агент и как за короткое время он может перепрограммировать жизнь другого человека. По истечении 6 месяцев мы с вами снова встречаемся онлайн, и вы мне сдаете экзамен уже по результатам ваших клиентов, с которыми вы отработали. Спустя 6 месяцев я буду смотреть не на вас, не на то, как вы усвоили материал, не на то, как вы себя ведете, и не на то, как вы сможете вступить в контакт с другим человеком. Через 6 месяцев я буду смотреть ваших людей. То есть человек, который прошел 6-месячное обучение, получил диплом и лицензию на работу агента, только те люди смогут выходить и работать в обширной аудитории. Самостоятельно. Если у вас есть желание записаться, вы еще успеваете попасть в курс преподавания, который начнется у нас 6 февраля. И стоимость этого курса 270 евро. Получить информацию вы можете об этом на официальном сайте ftc.community, либо на странице Facebook Международный тренинговый центр. Если у вас есть какие-либо вопросы по данной тематике, вы можете всегда обратиться в техподдержку на официальном сайте ftc.community, задать любой интересующий вас вопрос, вам обязательно ответят, и торопитесь для того, чтобы успеть.